Леша, а ты любишь ходить в магазин? Люблю. Да. Да. Да не очень. Что ты там делаешь? Покупаю с мамой продукты. Я люблю покупать себе вкусняшки. Иногда мама нам покупает чупа-чупсы. А это дорого стоит? И дорого, и не очень. Средне. 5 рублей. Не, 5 рублей это слишком мало. И как что-то купить в магазине? Расплатиться деньгами. Сначала продукты берешь, ну, покупаешь, что надо. Дальше мы идем на кассу. И на кассе кто вас встречает? Кассир. О, кассир. Да, кассир. А что кассир делает? Сидит, просто смотрит на вас? Нет, он пробивает продукты. Вот здесь такой эскалатор там стоит. И вот так он двигается, вот так берешь, вот так пробиваешь и кладешь. Ну, для этого нужны деньги. Много? Смотря сколько продуктов и какой у них ценник. А какие бывают ценники? Ну, есть 5 рублей ценник, реально. Да? Что стоит 5 рублей? Жвачка какая. А что стоит больше всего? Самый дорогой товар? Самый дорогой товар? В магазине продуктовом? Да в любом. А, ну, вообще, в Lamborghini Huracan. Ценник – это сколько стоит эта игрушка или вещь. А кто решает, сколько стоит эта вещь? Решает, кто делает эту игрушку. От чего зависит цена? Вот что-то дороже, что-то дешевле. Почему так? А если она долго, она будет долго шить. А вот дешевая, хоть и сломалась. А какая самая дорогая вещь в мире? Дом или машина? Диван. Диван самый дорогой, думаешь? А ты как думаешь? Стол. Подумать надо. А много – это сколько? Много – это очень много. Это... Миллиард. На что можно потратить миллиард? На море, на отдых. Дом и квадрик сразу же. Ну, еще на квартиру можно потратить. Тратить нужно 22 тысячи, даже больше.